Добрый вечер, мои уважаемые телезрители. Добро пожаловать снова на мой канал. Сегодня я лазил по интернету и нашел там старую полемику, когда в России там некоторые чокнутые хотели запретить на показ по телевидению. Ну погоди, якобы там волк, это плохой персонаж, он сигареты курит, там детей учить будут курить. Ну они раз, они к этому мультику привязались, но к американской фигне, там и японской, там особенно американский такой выходит, такой гуманоид с такими губами. А что ты хочешь делать? О, ничего, я хочу пойти покурить марихуану. Или японский мультик, где там все сверкает, где там всякие чипокабаны и чипокамоны друг друга убивают там. В общем, ну погоди, это для них оказался страшным мультиком. Все остальное это хорошие мультики. Так вот, уважаемые там эти, кто там придумывают там законы, которым делать нечего, которые лежат все одно место. Кстати, это касается ЛДПР тоже там законами, которые вы выдвигаете. Я вот посмотрел мультик один, вспомнил, и думаю, охренеть, этот мультик надо запретить полностью. Это Айболит. Вы представляете, что за вещь? Вот смотрите. К чему он учит? Учит, что ребенок играет на рельсах, где проезжает трамвай. И трамвай, представляете, отсекает ему ноги, отрезает ноги полностью. Это какой ужас, какой шок ребенку будет от этого. И вот потом этого ребенка, видите, капец, ему перерезало ноги. Теперь ребенка этого надо куда везти на операцию. И вот теперь посмотрите, что они показывают детям дальше. И доктор пришил ему ножки. Пришивает ему ножки. Зайка прыгает снова. Зайка снова прыгает. А теперь посмотрите, что мамаша его делает с этим зайчиком, который прыгать начал. Только после операции. Ужас! Она проверяет, как у него ножки держатся. Не оторвались еще или оторвутся. Это жестокость по мне. Осторожно, этот мультик страшный мультик. Плюс там еще песенки страшные есть. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке негры, крокодилы там тому подобное. Это расизм, осторожно. Африка, это ж хорошо, вы что, весь мир помешан на Африке, бабло туда вкидывают, тому подобное. Ну что там, дома примите целую такую племя губастых, таких с копьями, которые танцевать будут там. Дальше идем. Тот же самый мультик. Тот же самый. Али-Баба. Айболит. Это вообще капец просто. Послушайте внимательно, что этот зэк поет, находясь в заключении. Разбойник Бармалей, и мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только маленьких детей. Я думаю, вы догадались, по какой причине этого посадили. Маленьких-маленьких детей. И это показывают. Чему этот мультик научит? Я не могу понять. Дальше посмотрим. Даже вернемся к Чебурашке, мультику. Его надо тоже запретить под корень. Вы видели, какое объявление дал Гена Крокодил в газету? Молодой крокодил, 50 лет, хочет поиметь знакомство с молодыми знакомыми. Ладно, идем сейчас. Так, коснемся самого такого простого сюжета. Это почтальон Печкин. Вот до какой степени его можно доконать, чтобы он аж так вспыхнул. Это наши дети могут так издеваться над своими родителями. Там. Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Бедный почтальон Печкин. Как его доконал этот долчонок, что он аж так вспыхнул? Это я, почтальон Ладно, Печкин. Все. Доброго вечера, всего хорошего. Это был шуточный ролик. Надеюсь, что там придурки, которые сидят законно и выпускают, не подхватят эту волну с запретами. Доброго вечера и пока.